За воровство отрубать. Ну вот представьте себе, украл человек, взял взятку, да? $200. В чем руки отрубать? Ну как бы давайте тогда руки отрубать, а каких-нибудь плохих людей на кострах сжигать. Ну как бы все-таки мы живем в 21 веке, есть какие-то другие административные наказания, уголовные. Ну зачем отрубать? Ну как бы наверняка этот спикер, вы понимаете, этого спикера посади на пост, где деньги дают, и он возьмет. Наверняка. Ведь знаете, мы такие сидим, да что они все деньги берут, потому что они плохие. А вас посадили меня там, где могут денег дать. Как вы себя поведете? Возьмете или нет? Это уже совсем другой вопрос. Раз не возьмете, два не возьмете, а потом подумайте, а детей чем кормить? И, возможно, возьмете.